С начала марта медицинские свидетельства о рождении и смерти формируются в электронном виде. Вместе с этим создан единый федеральный реестр свидетельств о рождении и смерти. Ведет его Минздрав. Все сведения теперь будут вноситься медорганизациями в информационную систему здравоохранения, а оттуда информация автоматически поступит в ЗАГС, Росстат и другие ведомства. Так женщина получит медицинское свидетельство на новорожденного ребенка прямо в роддоме. Документ поступит к ней в личный кабинет на портале госуслуг и автоматически будет направлен в информационную систему органов ЗАГС. Доступ к электронным медицинским свидетельствам о смерти своих умерших родственников граждане также получат в личном кабинете на портале госуслуг. Кроме того, его тоже не нужно никуда предоставлять. В информационную систему органов ЗАГС документ поступит автоматически, после чего будет зарегистрирован факт смерти человека.